во-первых. Вот такая вот. Ира, не надо убегать никуда. Значит, у меня живет в Мюнхене подружка. И здесь около гостиницы Кемпинск есть вот такие вот кабинки, где можно покушать и попить, что-нибудь попить. Короче, вот моя подружка зарезервировала вот эту вот кабиночку. Посмотрите, она прям на улице стоит. И сделала мне сюрприз. Это елочка, смотрите. Вот так вот в этой кабиночке мы сейчас будем кушать. Вот она мне еще купила какой-то подарочек. Здесь вот так вот невероятно уютно. Представляете? Не знаю, как мы здесь поместимся. Ира, ну может быть мы пойдем уже садиться в эту кабинку? Так, подожди, надо же еще влезть сюда. С какой стороны только? Непонятно. Сейчас, минутку. Ирка, стой. Стой. Ты можешь даже снять это. Не-не-не, смотри, как очень уютно, Ирочка. Почему здесь iPad? Здесь все условия, для вас, девушка. Ирка, ну прекрати, вот это зачем? Здесь еще тепло. Вот она, вот она, вот она. И вот мы на улице, и вот пишут, подруга умничка. Да. Она живет в Мюнхене уже больше 20 лет, мы с ней дружим с самого детства. И вот такая вот, смотрите, просто я никогда в такой кабиночке маленькой на улице не сидела. Это какой-то, это как рождественский, Ир, да? Да. Это такие рождественские кабиночки на улице, вот, кажется. Вот. Ну, все. Ну, ладно, все, выхожу.